обговорила роща золотая березовым веселым языком. Мы снова возвращаемся к осени и ее проблемам. Поэты считают осеннюю пору временем меланхолическим, а жители села? Для них сборы птиц к отлету как сигнал тревоги. И снова встает главная задача осеннего дня – убрать урожай вовремя и без потерь. Сейчас наш рассказ о шелке северных широт льне. Льняные плантации только одного этого совхоза «Поляны» Новгородской области каждой осенью дают столько льноволокна, что из него можно выткать 600 тысяч метров ткани. Важно не растерять выращенный урожай. И коллективы механизированных звеньев обязались убрать свои поля в рекордные сроки за 10 дней. По предварительным подсчетам, за 2 года 10-й пятилетки совхоз выполнил 3 годовых плана, выйдя в число победителей на юбилейной вахте льноводов Новгородской области.